Добро пожаловать на канал HardRZ Info. Это телефон LG K30 2019 года. И сейчас я вам покажу, что нужно сделать, если вдруг ваш телефон заблокирован и вы не знаете от него пароль. Да, вот допустим так. Телефон даже выключить не получается, да? Что же в таком случае нужно делать? Сейчас я вам это расскажу. Сейчас я вам это покажу. Для того, чтобы сбросить пароль, вам не получится нажать и держать кнопку блокировки, да, и выбрать выключение. Потому что для выключения нужно разблокировать телефон. Замечательно, не правда ли? Так, как же это нужно сделать? Кстати, предупреждаю, что все данные с вашего телефона будут стерты. Ну, пароль тоже, и вы сможете им пользоваться. Поэтому там либо вспоминайте, либо все теряйте. Короче, как же это сделать? Нужно одновременно зажать на кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости. Нажимаем и держим. Нажимаем, держим, держим, держим. Ждем долго. Ждем, пока появится логотип LG на нашем экране. Появился, отпускаем кнопку блокировки и зажимаем опять. Вот так вот, таким вот образом. То есть, смотрите, вы зажимаете, зажимаете эти две кнопки, пока телефон заблокирован, и держите их, держите секунд так 10-15, пока не появится логотип LG. Когда логотип LG K30 там появится на вашем экране, вы эту кнопку продолжаете держать, но отпускаете кнопку блокировки и через секунду сразу же ее опять нажимаете. И эту не отпускаете вообще все это время, пока не появится вот такой вот экран. После того, как он появился, нажимаете на кнопку уменьшения громкости, чтобы переместиться на пункт Yes, и нажимаете на кнопку блокировки. Он говорит, что абсолютно все данные будут удалены с этого телефона. Мы нажимаем на кнопку уменьшения громкости и нажимаем на кнопку блокировки, чтобы подтвердить действие удаления абсолютно всего с этого устройства. Ждем несколько секунд, пока телефон уничтожит себя абсолютно все и запустится. Предупреждаю, что этот процесс может занять достаточно длительное время. Ну вот и все, наш телефон успешно сброшен, осталось только его теперь настроить. Пароль он уже не требует и не потребует. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, напишите что-то в комментариях, а также не забывайте подписаться, и лайк ставить и писать комментарии. Еще раз могу повторить, если нужно. До скорых встреч!